хотела попасть на барахолку. Доехала до этой барахолки. Буду ходить снимать. Не обижайтесь, если я буду молчать. Люди не видят, куда идут, или специально так идут. Бутушки там запечены. Так, ну тут ничего для меня интересного нет. Заметили, что я снимаю. Я тебе объясняю, ждал, он сказал подождать, но не успел. За 100 рублей. Да. Кто-то продает в эти. Я не знаю, что делать.
Кусочки гетера в какую цену? По 5 рублей. По 5? Кусочки это надо знать. Ну да, да. Тут и номер есть, на другой раз так. Ну по 5 рублей у меня в основном. Порвата поедем на где-то и сюда. Ну нахуй. Разве не надо?
тебе подарит. Ой, какая ты хорошая. Какая ты добрая. Женщина, не заводит тебя, да, женщина? Юра, а сколько он? Такие продают там, что тоже подсмотрю. До свидания. Не знаю, ящиками хрома. Сходила я на барахолку, проехалась, прогулялась. Ну, конечно, сегодня суббота, в принципе, наверное, завсегда-то и как раз все уже сюда вышли сегодня. Но когда-то я была год тому назад, я, конечно, видела здесь больше. Видимо, уже залежи хорошего потихоньку подходят к концу. Поэтому, конечно, совсем остатки какие-то. Я тут раз была, были шелк для вышивки на машинке. Для машинной вышивки. И мулине было в хорошем состоянии. А сейчас вообще никакого. Ну, мне как бы не нужно мулине, но я так анализирую. Это еще что-то есть.
Общаться люди, кроме того, что продать. Я смотрю по разговорам, продажи нулевые, потому как раза купите что-нибудь сказанное с горечью, наверное, потому что бабушка хочет добавить какую-то сотню к своей пенсии. И мужчина там спросил у другого мужчины, как дела, тот сказал, никак. Такое люди выкидывают в основном, ну, может, кому-то что-то нужно. Это могли дать для себя пару каких-то интересных таких штучек, но я их, с другой стороны, не готова покупать, просто посмотреть, мне интересно. Ну, буду ехать домой, может, еще заеду в пару мест. Добралась я до дома. Значит, сегодня я гуляла, застелю, чтобы ложить. И решила заехать еще в секонд, в котором была вчера, присмотрела ткань, но она даже в кадр не попала. И 30% скидка была, но я думала, что кусок один 140, а оказалось, что там два куска по 140, а свернуты были как один. И я решила, что ну не буду брать 30% скидка. Думала, ладно, 280 не буду, довисит. Я у одной бабушки купила... Видимо, обрезки, может быть, шили когда-то что-то. Два вот таких куска кружева. Мне как раз такой цвет и был нужен. Именно любого кружева, но в таком каком-то тоне. Ну, может, если бы светлее был, но не черный. Мне не нужен был черный, а именно вот такой красивый оттенок, как бы показать. Он такой сажа. Сажа, вот такой вот цвет. Графитовый, как сказать. Я хочу тунику удлинить. Я уже однажды удлиняла одну тунику. Светлую. А это темная цветная, вот она такими цветочками, как раз будет то, что нужно. Внутренний валан такой сделал, еще подумать, на что поставить. И будет красота. И вот я вчерашний ланчмат, уже видите, как приспособила. Постирала, погладила, ткань там очень хорошая. И мне он очень хорошо вписался. Так, это я забираю в стирку, сейчас я все это простерну. Всем пока, пойду стирать свой улов.